офицеры и генералы, уважаемые представители Народно-освободительной армии Китая и вооруженных сил Монголии. Рад приветствовать всех вас, всех участников маневров «Восток-2018». Наша армия и флот впервые проходят столь сложный и масштабный экзамен. В маневрах задействован личный состав двух военных округов и двух флотов Северного и Тихоокеанского. Всего порядка 300 тысяч военнослужащих, десятки тысяч единиц вооружений и военной техники. Детально, всесторонне проверяются ключевые составляющие боеготовности войск, подготовка органов управления, соединений и частей, а также организация их взаимодействия и слаженность. Сегодня здесь, на полигоне Цугал, в Забайкалье, завершается наиболее активный этап маневров. Вы провели его на высоком уровне. Все части и соединения выполнили поставленные задачи. Вы продемонстрировали воинское мастерство, показали свою способность успешно противостоять потенциальным военным угрозам. Thank you.
2-80.